Очередное выездное заседание сторонников партии «Единая Россия» прошло в новой государственной аптеке по адресу улица Маршала Бирюзова, дом 30Б. Активисты обсудили актуальные медицинские проблемы и организовали встречу пенсионеров с сотрудниками сферы здравоохранения. Мы сегодня встретились с руководством этой аптеки, и наши ветераны, уважаемые, задали очень много вопросов. Те, которые, наболевшие вопросы, которых интересуют. Нам любезно сегодня ответили на все практические вопросы. На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается около 300 государственных аптек. Они появляются в рамках региональной программы развития аптечного дела. Во главе угла забота о людях пенсионного возраста. И главное, что забота и внимание о ветеранах, о пенсионерах, о людях, которые больны. Но это самое главное. Новому аптечному пункту разрешена продажа специализированных лекарственных средств. Подобные препараты требуются, как правило, тяжело больным людям. В ближайшее время мы открываем аптечный пункт в онкологии. Это Можайское шоссе 134. Сейчас ждем документы из лицензионного комитета. Аптечный пункт будет работать в режиме работы поликлиники. Соответственно, людям будет удобно. Вышли от врача и сразу могут получить. Там будет и розничная продажа, и льгот, и отпуск льготных препаратов. В новой аптеке действуют социальные программы поддержки населения. Свыше 26 тысяч жителей района имеют право получить ряд лекарственных средств на льготных условиях.